Так учит Писание. Вот уже несколько лет я прочитываю ваши беседы, а еще ни разу не читал о крещении. Напишите, как вы понимаете крещение? Я понимаю крещение так, как о нем пишет Писание, не иначе. На ваш вопрос отвечают Христос и его апостолы предельно ясно. Вот что они написали. Первое. Крещение не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести. Первое послание Петра, глава 3, стих 21. Второе. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам, глава 6, стих 4. Как это выглядит практически, читаем в Деяниях апостолов. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Повеление Христа гласит так. И сказал им, ученикам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, глава 16, стихи 15-16. Как видите, нет необходимости дополнять Писание. Крещение само по себе не спасает человека, а является следствием спасения.